Программа «Размова на тему». Мои гости Наталья Сапак, мистецтвознавець, и Вадим Юрлов, коллекционер. Ну, Вадим, я знаю, что вот эту выставку, которая... Вы сейчас скажете, в чему она посвящена, чтобы мы не повторялись, правда же? Вот. Вы в своих загашниках, как говорится, имеете достаточно работ, чтобы сделать очередную выставку как коллекционер, как любитель искусства, не правда ли? И просто как человек, который хочет познакомить людей, общество с искусством мастеров украинских. Вот сейчас именно такая была выставка. Я правильно говорю? Да. Выставка открылась в Черноморском университете имени Петра Могилы ко дню вооруженных сил Украины. И посвящена, конечно, и называется она «Крымцы Украина». Это уже вторая выставка, я уже говорил ранее. Посвящена эта выставка напоминания всем, что Крым был, есть и будет украинской территорией. И другого никогда не было и не будет. Потому что сегодня в интернете мы столько видим всякой гадости, которая вокруг этого. Всякого такого антиукраинского, что у меня сердце разрывается. И я делаю эту выставку и буду делать ее в Одессе, в Киеве, в Кропивницком. Это выставка напоминания всем, что Крым – это украинская земля. И художники вместе с нами это поддерживают. И мы показываем, напоминаем и постоянно об этом говорим. Вот я хотел спросить вас. Вы же, наверное, не единожды были в Крыму, правда же? Конечно, как каждый нормальный человек. Как каждый нормальный человек. Что у вас осталось вот такое самое-самое? И как вообще Крым же, может, был, влиял на людей, не правда ли? Вы знаете, сегодня, ну, несмотря на красоту Крыма, в последнее время было проблематично вообще к берегу подойти. Все везде приватизировано, везде пляжи, с одной стороны, были платными, а с другой стороны, ну, уровень сервиса и ценообразования не соответствовал абсолютно. Поэтому Крым тоже меняется. Сегодня он вообще совершенно другой. Люди, которые оттуда приезжают и там отдыхают, имеют множество друзей, и те рассказывают им, как сегодня им тяжело живется, как обычный киоск нуждается в лицензии, нуждается в постоянных каких-то там поборах в Крыму. То есть сегодня им далеко не сладко, и я думаю, если бы даже сегодня провели этот псевдореферендум крымский, было бы 98% захотели бы назад. Ну что, вот давайте все-таки, я знаю, что работы, которые вы подобрали, это, во-первых, это по вашему понятию, художественному, которому вы симпатизируете, это во-первых. Во-вторых, там участвовали или художники, которые жили когда-то в Крыме, в Крыму, или те, которые, ну, естественно, туда ездили со всей Украины и писали. Давайте посмотрим сюжет и потом немножко поговорим. Давайте. Очень приятно то, что я на этой выставке сейчас вижу уже некоторые пейзажи, те, которые я когда-то мог видеть мельком глаза, то есть что-то сфотографировало мое зрение и в памяти осталось. И вот это я сейчас вижу, некоторые вот мечети, вот вижу картину, не знаю, кто ее там рисовал, но очень похоже, потому что многие пейзажи очень бывают схожи. Thank you.
хочется плакать, если честно. Когда смотришь на эти картины, вспоминаешь эти уголочки Крыма. Вот. И на данный момент сидишь в мастерской и вот так вот, знаете, вспоминаешь и пишешь по памяти то, что запечатлел здесь у себя за 8 лет проживания в Крыму. Чудова виставка, чудові картини, автори супер. Саме головне, це ми говоримо про те, що ми єдина Україна. І Крим наш є, був і завжди залишається з нами. Однажды мне подфартило, я был в Семиде, когда цвел олеандр. Вы понимаете, почему я это сейчас помню? Не потому, что я стоял там зачарованный просто. Зачарованный то, что происходит. И художник еще рядом писал все эти картинки. Но я вот сейчас должен вам сказать, что я с досадой сейчас смотрел это видео. Потому что на видео явно идет проигрыш того, что мы видели на выставке в этих картинах. Где-то процентов 10-15 техника, видеотехника, телевизионная техника не передает того, что мы видели вживую на этой выставке, эти картины. Я знаю, что вы, Вадим, любите такой сочный, широкий, красочный мазок. И по этому поводу, хотя вы понимаете, что есть другие жанры, что есть другие техники, но здесь вы отталкиваетесь все-таки от реализма. И у вас хочу я спросить, Наташа, что это такое вот эти картины? Это реализм? Нет, ну, конечно, это реализм. Вот, можно говорить о манере живописной. Действительно, для южной школы, для украинской школы, конечно, характерна в основном вот такая пастозная живопись, эмоциональная живопись, насыщенная по цвету, то есть по колориту. Потому что вот если мы обратимся к истории, то вот возьмите одесские художники, южная наша школа художественная. Да. Ведь первыми импрессионистами бывшей царской России были одесские художники, одесская живописная школа. После французов? Да. Репин еще говорил, что первыми
обратились вот к свету, к солнцу, вышли на пленэр имена одесские живописцы. Понятно, потом и киевляне подтянулись, и харьковчане, то есть те художественные школы, что исторически формировались у нас в Украине на протяжении вот с конца 19-го, ну и, понятно, в 20-м столетии. И вот, видите, вот это насыщенное, палитра колористическая, эмоциональный мазок, непосредственное впечатление о пейзаже. Причем, заметьте, мы все были на выставке и видели, насколько художники рельефно пишут. Буквально краской, как говорят, лепят форму. Угу. Вот, вот это присуще художникам Украины, и тут я уже не могу говорить, это киевская школа, одесская, харьковская и так далее. Вот, Леня Забровский из Чернигова, да? Да, да, вот, пожалуйста. Насколько... Я представляю себе, вы же представляете, что такое пейзаж, допустим, Чернигова? Черниговский, это да. Это лес, да. Это бор, это сосны, это... И уже более болото. Сдержанная цветовая да, да, гамма. Да, да, да. И да. Вдруг он они прорываются в Крым и уже там насыщаются, как хотят. Да. Влияет это все на художника. Правда, Вадим? Я вам хочу сказать, что все больше и больше художников сейчас начинают писать открытым цветом. Открытым цветом. Открытым цветом то, что раньше было не рекомендовано в советское время. Ага. Потому что это было, считалось вульгарным. Художники даже некоторые... Ну, назовем так, зажимались властью, которые пытались писать открытым цветом. Сейчас все больше и больше. Естественно, это требует большого количества красок, более дорогое их насыщение, и сама картина становится более дорогой в конечном итоге, как продукт конечного художника. Но писать открытым цветом, мне кажется, это смело, весело и правильно. Но сейчас все-таки современные художники, Наташа, они немножко все-таки туда карту, к модерну, туда где-то тяготеют, да? Они такое... Нет, такое сейчас пишут и современные, пишут. Ну да, академическая живопись ушла, ну, я не хочу говорить прошлое, но она больше, как бы, так сказать, соответствует, ну вот, большим там полотнам, заказным, сюжетным и так далее. А то, что пишется с натуры... Ну, правда, дорабатывается и в мастерской, естественно. То, что непосредственно передает впечатление о каком-то мотиве, о пейзаже, понятно, что это вот так, как говорит Вадим, открытым цветом, эмоционально, непосредственно. И, между прочим, сейчас вот ушло такое понятие «этюд, картина», потому что фактически вот эти работы – они размера картинного, это интерьерные вещи, но они этюдного характера живописного. И вот как их расценивать? Потому что еще, вот, ну, я не знаю, до недавнего времени, там несколько десятилетий тому назад, понятие этюд, понятие картина, это было разные понятия. И смотрите здесь, насколько это все объединилось вот в таких произведениях, которые вот непосредственно с натуры пишутся. Вот буквально художник сразу на хорошего размера холсте передает то, что он хочет передать. Во-первых, это и мастерство художника, умение предельно сконцентрироваться, выявить в мотиве характерные моменты на то, что он хочет акцентировать внимание, заострять внимание. Здесь сразу и его такое мастерство экспозиционера такого, композиционера. Вот. И все это воссоздать в холсте. Это, в общем-то, сложная задача. И надо отдать должное вот тем художникам, чьи работы мы видим на выставке, увидели. Мастера замечательные, умеют это передать. Вы очень хорошо говорите, я с удовольствием вас слушаю и верю вам, потому что вы специалисты. Но что-то у нас не получается контрапунта в этой передаче. Дайте я вам скажу, вот что-то мне пришла такая мысль, уж не посчитайте, я не могу с вами тягаться в этих знаниях, но в чем-то есть все-таки здесь похожесть, понимаете? О, это я с вами согласна. Ну вот развейте эту тему, понимаете? Ну. Если этот вопрос адресован ко мне, то я могу сказать, действительно, вот при всем очень хорошем впечатлении о выставке, вот, есть некое однообразие. Каждая работа в отдельности, бесспорно, сильная работа, и все представленные художники действительно профессионалы с большой буквы,
Но вот есть некое вот однообразие. Чем, с чем это связано? Сказать, что это одна тема Крым? Но, боже мой, Крым нет, нет, не можно поэтому. Передавать по-разному. Конечно. Мы вспомним и Богоевского, вспомним и Волошина. Конечно. И вспомним и родоначальника современного вот такого пейзажа крымского, как Федор Захаров. И, кстати, его влияние очень чувствуется в работах художников, представленных на этой выставке. Мне здесь кажется, в большей степени вот такое, такой вот ряд, ну, где-то похожих по цветовой насыщенности, по мазку работ, связан, наверное, с вкусами Вадима Юрлова, человека, вот. Который сидит рядом со мной. Хорошо. Рядом со мной. Потому что, вы знаете, вот, вот он настолько активен, настолько эмоционален, настолько энергичен, и его пристрастия живописные, вот больше связаны с эмоциональным цветом, насыщенным таким мазком, эмоциональным мазком, что, по всей видимости, это тоже, в общем-то, ваш выбор, или, вернее, ваш подбор произведений на выставку. Я, извините, у вас уже перехватываю инициативу и задаю вопрос. Давайте лучше вообще без меня. Да? Мне просто будет интересно вас слышать. Отвечаю. Если взять вообще крымскую тему и крымских художников, ну, взять, например, Александра Шуринова и Иноземцева. Зачастую очень тяжело, если не подписывать работы, тяжело обозначить, где кто. Где кто, да. Тяжело обозначить. Я на некоторые работы, которые очень удались у Лёни Заборовского, говорю, ну, это же готовый Захаров, фактически похож. Okay. То есть влияние крымской школы на всех абсолютно художников, которые там побывали, огромно мгновенно. То есть невозможно написать море не крупным мазком так, чтобы оно не бурлило, чтобы не показало свою энергетику. Я вам скажу, что я вместе служил с таким, очень давно это было, с крымским художником Владимир Куц. Так у него мазок еще больше в 2-3 раза. Я когда это увидел, я был вообще потрясен, как так можно было передать. Да, я вам хочу сказать, я формирую свой вкус и пытаюсь его передать кому-то. И постоянно формирую, потому что, приезжая к тому иному художнику, я выбираю в первую очередь, ну, как я всегда говорю, изюм из батона. Лучшее из того, что он написал. И обязательно открытым цветом. И обязательно, чтобы была экспрессия, энергетика, эмоция. Чтобы картина жила. И когда ее повесишь куда-то, или домой, или в музей, или в офис, она не должна, извините, сползать со стены через полгода, через месяц, через 2-3 дня. Она должна быть всегда в этом месте. То есть картина востребована, а востребованной будет только живая живопись. И только, я считаю, что вот эта экспрессия, которая представлена на всех вот этих вот картинах, вот эта энергетика, даже многие картины, я вам скажу, лечат. Вот подойдите к картинам Шаповалова, вам станет легче возле нее. Это называется арт-терапия в первую очередь. Вы на них посмотрите, вам станет легче, как человеку. Там голова перестанет болеть, вы успокаиваетесь. А есть картины, которые смотришь, знаменитых художников, и хочется просто отойти от них и просто уйти, снять, положить в чулан и забыть. А почему? Первое – перенасыщенность. Ядовитые тональности, ядовитые цвета. Отрицательная энергетика. Художник мог писать картину, когда у него зуб болел, или с женой поругался, или сосед его затопил. Если много красного, больно же. Вы знаете, много красного, у Криволапа красный цвет доминирует, но тем не менее он продает свои картины, по-моему, «Красный конь» продали за сотни тысяч долларов на аукционах. Но тем не менее красный цвет – это не значит, что это плохо. Есть такие художники, как Оссовский, например, который вообще писал в стиле примитива. Или возьмите ряд других выдающихся художников, где красный цвет является доминантом, и тем не менее это прекрасно. Поэтому сказать, что красный цвет плохо, я бы так не сказал. Он должен быть в контрасте с желтым, должен обязательно быть центр композиции, должна быть перспектива, должен быть воздух. И, как говорят художники, должно место быть, куда сядет муха. Вот вы как-то говорили, я же знаю, вот для вас очень важно, чтобы сразу отметить или критиковать художника, это ощущение заднего... Неблагодарное.
Да, заднего плана. Вот здесь есть такое понятие, что задний план лезет сюда вперед. Или... Если бы хоть одна работа такая была, она бы не попала на выставку. Ясно, ясно. Здесь только мастера, которые уже и академики, и все со званиями, все заслуженные. Это не значит, что я их рекламирую, и только рекламирую их. Поверьте, у нас очень много талантливых молодых художников. Очень много. Просто они еще себя не проявили так, как бы хотели. Вот приехал молодой художник Андрей Иноземцев. Он уже здесь представлен. Да. И он молодой, он великолепный. Мы на эту тему... Вот давайте, значит, посмотрим. Две минутки. Вы продолжаете говорить. Сейчас смотрите туда. Две минутки у нас есть изображение с этой выставки. Мы для всех, для зрителей и для вас напомним эти картины. А потом немножечко продолжим. Пожалуйста, сюжет. Фантазируйте. А, то есть вам говорить об этих работах? Конечно. Ну, вот посмотрите, какой воздух в этой картине Анатолия Шаповалова. Именно воздух. Какая перспектива. И вот в этих морских, так сказать, пейзажах. Туда же просто хочется нырнуть в эту воду, в эту чистоту. Да, очень фактурные работы. Вот. Харьковский Винтаев, академик. Ну, просто какая энергетика в этих работах. И какой цвет, посмотрите, какой воздух, и какой задний план. И какой задний план. Он просто великолепен. А вон справа, пожалуйста, какие, какой все-таки перспектива, объемчик. Все уголок. Все есть, все присутствует. То есть работы написаны, ну скажем так, правильно, если так можно сказать. Кому-то что-то может понравиться, кому-то что-то может не понравиться. Это же естественно. Вот работа на контражуре, как вам написано. Ну, Леони Заворотского вы сразу же, сейчас уже можете отличить, правда же? Конечно. У него очень своеобразный мазок, очень. Он отличается от всех других. Это не значит, что он хуже или лучше. Да, да. Он да. другой, как у всех художников. Вот три брата Иноземцева. Великолепная работа. Просто великолепная. Думаю, что одна из его лучших. Или это море. Это Шуринов, таких вот ласковых полутонах. Ну вот, добавьте что-нибудь, Наташа, по этому поводу. То, что вы еще, вот вы говорили по поводу этой выставки, может быть, что-то такое вы... Вы знаете, у меня фантазия, как и у бывшего музейщика, работает фантазия. Я бы, знаете, вот такую бы выставку предложила бы от Айвазовского до Шуринова, понимаете, или до братьев Поздеевых. А-а-а. Потому что вот сейчас мы видим, да, это художники одного времени, близких школ, в принципе, художники, которые выполняли определенную, ну как, задачи вот описания работы с натуры. А вот если бы показать вот такую, знаете, во временном аспекте, Айвазовский, Богоевский, Волошинов. А я знаю, что Вадим – человек, знающий искусство, прекрасный ценитель его и выступающий спонсором многих художников – он смог бы поднять такую выставку. Вадим, я думаю, что если порыться у вас по сусекам, то... Если порыться по сусекам, Айвазовского не найдем. Я так думаю, что да. Не найдем, потому что вы знаете, Айвазовский написал, говорят, от 6 до 9 тысяч картин. У него же были ученики. А во всех музеях мира находится атрибутированных более 60 тысяч картин Айвазовского. Это известно, да. Но в любом случае в музее можно было бы сделать... Если музей выступит инициатором и согласится из своих схронов поднять что-то, я буду только рад присоединиться к любому проекту любого музея. Потому что действительно... Но самое главное, что я хочу отметить у вас, Вадим, то, что вы, во-первых, Леню Заборовского сюда привезли, и он написал здесь при вашей помощи меценатской, написал несколько своих картин. Николаева, изображение Николаева. Теперь... Вот сейчас вы пригласили Иноземцева из Киева, хлопчик такой. Он еще только в самом-самом начале. Ну, очень талантливый, без сомнения, человек. Вы это почувствовали.
просто начали давать ему уже натянутые холсты, давать краску, и говорит, парень, иди работай, хоть в Киеве, хоть здесь, в Николаеве, хоть где, напиши-ка ты вот сколько работы он должен. Я ему сейчас отдал 15 холстов, он поехал в Киев. Вот это ради чего мне и хочется вести такие разговоры, и ради чего, конечно, все понятно. Ну, понятие галерейщик – это все-таки, Наташа, хорошее понятие, правда же? Конечно. Это, во-первых, это человек, который, его это бизнес, слава Богу. Но, во-вторых, это человек, который пропагандирует все, если у него есть настоящий вкус, а у Юрлова Вадима вкус настоящий. Вот это тогда все великолепно. Спасибо вам, что вы пришли, спасибо, что говорили. С радостью буду с вами участвовать и в других передачах. До свидания. До свидания.